Приветствую, друзья! На связи Андрей Жариков. И в данном видео мы поговорим о запуске нового торгового робота и нового маркетинг-плана. Обязательно прослушайте это видео до конца, потому что вы узнаете, как робот стоимостью $247 получить бесплатно. Робот Гамильтон на моем торговом счете сделал в итоге прибыль 126,22%, это за 2 месяца и несколько дней. То есть в целом я работой Гамильтона доволен. Несколько дней назад руководство компании iGlobal Markets объявило о том, что ввиду определенных разногласий между руководством компании, часть основателей компании приняла решение отделиться и создать полностью новую MLM-компанию, продуктом в которой также будут являться торговые роботы для торговли на Форексе. И буквально позавчера прошел первый вебинар на английском языке. И в данном видео я представлю вам перевод основных моментов, которые прозвучали на этом вебинаре. По сути, вы видите и слышите эту информацию одними из первых. В данном видео я перескажу только основные моменты, которые прозвучали на английском вебинаре. Робот, который будет предлагаться компанией, по-английски называется Ring Expert Advisor. Это можно перевести как круговой экспертный советник или кольцевой экспертный советник. Подобные советники обычно используются фондами, имеющими обороты в миллионы долларов, и сейчас такой советник стал доступен для обычных людей. Советник работает со счетами от 10 тысяч долларов, но с более агрессивными настройками можно начинать и с 1000. Что же такое круговой экспертный советник? Берем три валютных пары и комбинируем их как колесо. То есть, например, австралийский доллар к японской иене, американский доллар к иене и австралийский доллар к американскому доллару. Одна валюта в просадке, две другие в прибыли. Две валюты в просадке, одна в прибыли. Консервативная настройка – это один круг. Умеренная настройка – один круг с большим размером лота. Агрессивная настройка – два круга с консервативным размером лота. Таймфрейм – 4 часа и 1 день. Прогнозы на таймфрейме 4 часа или выше имеют точность порядка 90%. Результаты торговли. На счете с депозитом в $1000 за неделю доходность 22,3%. На счете с депозитом $7000 за неделю была получена прибыль $679 или 9,5% за неделю. На этом счете доходность 16,26% за неделю. На счете с депозитом $26000 прибыль составила $1822. Чтобы стать клиентом и пользоваться роботом, нужно заплатить $247 первоначальный платеж и $169 в месяц абонентская плата. Как и в компании iGlobal Markets, можно пригласить трех клиентов, и пока они оплачивают абонентскую плату, то тебе $169 платить уже не нужно. То есть робот тебе обходится бесплатно. Если человек планирует приглашать больше, чем трех человек, ему нужно стать партнером. Для этого он оплачивает $79 разовый платеж и в дальнейшем $29 в месяц. Бонус прямых продаж. За четвертого партнера, заплатившего $247 и всех последующих, начисляется $40. Бонус быстрого старта. Если приглашаешь 4 клиентов за 10 дней с момента твоей регистрации, то получаешь дополнительно $110. Если клиент приобретает дополнительные лицензии, то есть дополнительное программное обеспечение, то платится разовый платеж $15. Кодированный бонус выплачивается от трех клиентов ваших трех клиентов с неограниченной глубины. И здесь расписано по рангам, на каком ранге какой процент. Обратите внимание, что 4, 6, 8 ранги, они здесь прописаны отдельно. Значит, более подробные нюансы по данным бонусам, это нужно записывать отдельное видео с подробными объяснениями. Кодированный матчинг бонус, то есть это доход от дохода. Тот, кто имеет второй ранг, получает 15% матчинг-бонус трех лично приглашенных. Кто имеет третий ранг, получает 10% матчинг-бонус с 9 партнеров второго уровня.
Компания дает 10 дней на размещение партнеров в тренаре. Резидуальный бонус. Еженедельный бонус выплачивается за поддержание минимум 55% клиентов в каждой ветке. То есть компания заинтересована, чтобы в структуре было достаточно клиентов. Планы на следующие 30 дней. Запуск сайта. Сейчас сайт еще не готов, реферальных ссылок по сути нет. Обзор торгового советника, то есть планируется видео, обучение лидеров, запуск первого советника, открытие платежных систем и первые комиссионные. А теперь самая классная новость. Компания дает возможность протестировать робота в течение месяца совершенно бесплатно. То есть вы целый месяц роботом пользуетесь, смотрите, какие результаты он дает. Если нравится, то приобретайте. Если не нравится, то не приобретайте. На мой взгляд, очень удобно и демократично. Многие зарубежные компании сначала запускаются за рубежом, какое-то время развиваются, несколько месяцев, а часто и несколько лет, и только потом выходят на рынок России. В данном случае даже еще за рубежом компания не стартовала, еще даже сайта нет, реферальных ссылок нет. Так что у нас с вами есть возможность присоединиться к компании буквально в числе первых не только на рынке СНГ, но и вообще в мире. Как говорят сетевики, шустрики съедают мямликов. Следите за новостями, подписывайтесь на канал, нажмите на колокольчик, чтобы ничего не пропустить. С вами на связи был Андрей Жариков. Всего доброго. Global Star Club. Возможности безграничны.